Но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Латва, не так быстро. Но! Oh!
Здесь стоит осмотреться. Let's go.
Иллюзия. Уважаемый, будьте осторожны. На болотах чудище сидит. Кто в туман войдет, то дома не увидит. Расскажи мне что-нибудь еще об этом чудовище. Сам я его разве что однажды видел. Да и то издалека. Сперва подумал, что человек. Но он как обернется, а у него глазища полыхают, как угли, и пасть клыкастая. Гуманоид. Ведет ночной образ жизни. Угу. Когда он начал нападать... С неделю тому назад. Тогда Вейбор пропал. Нестек и Томил пошли его искать, тоже не вернулись. Я вот испугался. Теперь уже никто на болото не ходит. Лагерь стоит пустой. А там такой торф, господин, черный, как смола, маслянистый, и на растопку хорош, и на... Страшно интересно. Но вернемся к делу.
Я могу помочь. За плату. Разумеется. За даром-то даже волк лук не тянет. Боюсь, мне надо больше, чем валу. Сколько ты готов заплатить? У меня столько нету. Может, парой крон меньше вас тоже устроит? Ох, дорого вы берете за услуги, мастер-ведьмак. Ну, пускай так. Я согласен. Хорошо, я берусь за работу. Где искать чудовище? Так к югу отсюда начните. Только осторожней. Над этими болотами мор какой-то висит. Глаза щиплет, в горле скребет. Да так, что задохнуться можно. Yeah.